Токийская биржа показала значительный рост сегодня утром, став катализатором восстановления азиатских фондовых рынков, сильно пострадавших накануне. Индекс Никей 225 взлетел более чем на 8%, превысив отметку в 34 тысячи пунктов сразу после открытия торгов, сообщает Рейтер. Это стало резким восстановлением после обвала более чем на 12% в понедельник. Ситуация стала худшим падением с момента черного понедельника 1987 года, второго сильнейшего однодневного падения фондового индекса в истории.